школу. Диско. За микрорайоном, на краю помойки, супер-дискотеку строила братва. И когда настало окончание стройки, пригласили мэра. Мэр сказал слова про досуг культурный и про меценатов. Типа молодежи надо отдыхать, ну и взрослым тоже расслабляться надо. Тут все оживились и пошли бухать. Публика почище, в отделение ВИПа, с осетриной, водкой, баней и бледьми. Ну а молодежи бар дешевый типа, танцы со стриптизом и с диджеями. Выпили по первой, по второй махнули, жахнули по третьей, тут приехал поп. Ах вы, бусурмане, празднуете хули, бар не осветили маму вашу в лоб. Урки обоссались, извиняться стали. Батюшка, простите, что не дождались. Дали ему водки, денег насовали, вывели на дансинг. Батюшка, молись. Батюшка ходил, помахал немного, пробубнил молитву, окропил углы, вышел к микрофону, попиздел про Бога и вернулся важно к уркам за столы. Все-то вы спешите, чадо мое чадо, чуть не позабыли Бога в суете. Где тут у вас банька? Разговеться бы надо. Телки у вас те же? Не, вообще не те. Ну-ка, Магдалина, подержи-ка веник, ох уж у тебя я в баньке отдеру. И пошел пластаться с девкой поп-затейник, щекоча ей дланью бритую дыру. Подойдя к девицам, покрутив им вымя, самой толстожопой удалился мэр, а его помощник отвалил с двоими. Многие бандиты взяли с них пример. Харя моя Кришна, а цыгане где же? Хлопнул себя по лбу главный уркаган. Тут глава УБЭПа стал снимать одежду и сказал: а ну-ка дать сюда цыган. Что ж до развлечений публики попроще, то и там под танцы бойко шли дела. Девки с пацанами баловались проще, что возле помойки чахленько росла. Много тою ночью целок поломали. И по морде тоже кто-то получил. Но искать виновных стоит здесь едва ли. Бог такой порядок нам установил. Он придумал танцы, он придумал пиво, девичью игрушку тоже сделал он. А теперь кто слушал, раздевайтесь живо.